Тверскую область ночью и утром в четверг, 4 июня, накроет сильный дождь. Об этом со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает региональное управление МЧС России. Ожидается, что непогода затронет большинство районов Верхневолжья. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие два дня будет достигать днем плюс 19 градусов, ночью плюс 10. Ветер в конце рабочей недели будет дуть южный и юго-восточный. Заметно потеплеет в регионе на выходных. В субботу воздух прогреется до 20-23 градусов. А в воскресенье столбики термометров поднимутся аж до 27 градусов.